Семь спикеров, семь историй провалов, на которых мог бы поучиться каждый бизнесмен. Почему не стоит вести дела с друзьями? Как в незнакомом городе отряхнуться, если ты уже упал в грязь лицом перед партнерами? Об этом и не только честно рассказали участники первого в истории края форума «Факап». Не бывает успеха без провалов. За каждым успешным человеком, за каждым успешным бизнесом всегда стоит один или целая череда фатальных ошибок, провалов, которые могли перечеркнуть все, заставить человека начать сначала или полностью отказаться от какой-то идеи, но не остановиться в своем пути. Формат стендапа позволил участникам жизненно, откровенно и с самоиронией выдать всю правду о пережитых фейлах и опыте их преодоления. Мероприятие зрители оценили по достоинству. Очень было интересно вот как раз-таки послушать какие-то неудачи. Они достаточно ресурсны для предпринимателей и для молодого поколения, которые только начинают свой бизнес. Сам формат необычный, да, и когда я общался и с коллегами, и с друзьями, мне говорили, что вау, это что-то необычное, туда, наверное, стоит пойти. Это правда интересно, это имеет место быть, это хочется слышать, видеть, и вот этот вот обмен такой опытом, он супер просто. Истории настоящих факапов – это не факапы вовсе. Идея классная, я считаю, что они... Она бы не заслужила полный зал, да, если бы это было какое-то такое местечковое там, обсуждение проектов. Финалом первого форума бизнес-провалов стал розыгрыш подарков от организаторов. Генеральный партнер мероприятия – компания «БКС Брокер» преподнес самым удачливым гостям ценные призы. Илья Кочетков, Юлия Филатова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Наши новости.